Петр Багратион – лучший ученик Суворова. Лев русской армии. Такое прозвище он получил после своих многочисленных побед. Потомок грузинского царского рода, Петр Багратион стал одним из лучших учеников Александра Суворова. Его детство прошло в гарнизоне Кизляра. Именно там юный Петя открыл себе интерес к военному делу. Став старше, Багратион поступил на службу в русское войско. Уже в первом своем боевом походе Петр Иванович обратил на себя внимание командующих. Смелый и решительный, он умел точно просчитать все шаги и не оставлял шансов противнику. Во время боев за Прагу Багратион снова отличился, и уже тогда его отметил сам Суворов. Благодаря ему части русской армии объединились под Смоленском, чтобы дать отпор французам. Увы, на Бородинском поле генерал получил серьезное ранение и через несколько недель умер от гангрены.